Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? День добрый. Меня зовут Роман Калинин. Я член совета директоров M4 B2B Marketplace. Вы были спикером нашей деловой программы сегодня. Очень интересна тема вашего выступления. Какие темы поднимались? Ну, вообще, на самой сессии для меня были знаковыми два слова. Первое – это простота, а второе – это экосистема. И то, о чем говорил я, это то, что мы привносим привычные для всех истории с маркетплейсом, там Яндекс, Такси, Озон знает каждый, в B2B историю. То есть мы строим экосистему от производителя, снижая ему издержки, к ритейлеру, зарабатываем больше прибыль, до конечного потребителя, который получает лучший продукт. Очень хочется поподробнее, очень хочется каких-то алгоритмов, чтобы, может быть, какие-то ваши коллеги, которые тоже работают на этом поприще, могли бы их перенять. В общем случае, M4 называется маркетплейсом, но сейчас, по сути, это действительно экосистема, которая работает приблизительно следующим образом. Ритейлер размещает заявку на тот продукт, который ему нужен, на платформе. При этом, если раньше он, имея там 15 тысяч торговых точек по всей России, был вынужден размещать заявку на условный нарезной батон в 300-500 производителей, документооборот, заявки и, соответственно, разное качество продукта. Теперь он размещает одну заявку на платформе. А платформа бьет эту заявку на территориальные лоты, наиболее оптимальные по логистике, и размещает на торги для производителей без учета стоимости логистики, очищенной от логистики. М4 со своей стороны дает производителю необходимое сырье, рецептуры, новые технологии для того, чтобы на каждой конкретной территории мы сделали тот батон того наилучшего качества именно для этой территории. Выигрывает товар лучшей цены, и продукт, логистика продукта уходит в 3PL-оператор, партнеру M4 B2B Marketplace. В конечном счете покупатель получает привычный, понятный продукт, и не путается между другими разными продуктами, батонами на полке. Ритейлер получает большую маржу, производитель выигрывает торги, получает оптимизацию стоимости логистики, снижение стоимости логистики и повышенную загрузку своих производственных мощностей. То есть, если есть модель там win-win, мы знаем, это win-win-win. Выигрывают все три: производитель, ритейлер и покупатель. Вот вкратце так. Это потрясающе. Это потрясающая модель, которая полезна это абсолютно прорыв. Всем. Это просто прорыв, реальный прорыв. Спасибо вам за это. И, наверное, хочется сразу спросить вас о ваших впечатлениях о выставке. Насколько интересны были наши спикеры, которых вы тоже успели послушать. Сколько интересна выставка в целом? Может быть, какие-то интересные вы увидели продукты, которые вас тоже заинтересовали? Знаете, я к своему стыду впервые на это мероприятие, но видел другие пищевые проекты. И это, конечно, очень высокий уровень как с точки зрения организации, так с точки зрения и там уровня спикеров. Да, как бы такие. Очень высокий уровень спикеров. Поэтому все очень круто. Все очень круто, но, на мой взгляд, такой с точки зрения производителя, немножечко академично. Да, все так немножечко академично, так солидно, серьезно. Да, вот. Мне кажется, так как основные идеи, которые говорили коммерческие директоры, это просто и экосистема, да, соответственно, эти слова могут быть приходить и на выставку тоже, там быть проще, быть более такой, больше движухи. Спасибо за такие слова, нам это тоже интересно слушать. Мы надеемся, что следующий год не оставит без внимания ваш комментарий, и все будет максимально casual, максимально открыто и смело. Спасибо вам за такие слова, спасибо большое, до встречи в следующем году. Спасибо.